с акустикой. Это когда мы с Раилькой вдвоем устраиваем тусовочку. Ну, в общем, там я хотела тебе сказать, Антон Кудряшов, нас очень часто просят исполнить следующую песню. А мы ее не поем. Мы говорим, приходите вот на электрику, приезжайте в Питер, и тогда будем с вами петь. Итак, немножко расскажем вам о том, что вам близко, и не только вам, наверное.